Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Ведьмак 3, Кровь и Вино. Итак, сегодня мы с вами занимаемся делами виноделов. Сейчас мы находимся на винодельне Верментина, где выполнили одно из пяти заданий уже. Не помню каким-то образом, но ладно, мы это выполнили. Поэтому сейчас первым делом отправляемся вот сюда. И постепенно на лошади сюда, затем сюда. И последнее будет у нас сюда. Надеюсь, я успею выполнить и для другой винодельни все задания. Так что давайте начинать. Поехали. 200 метров, в принципе, можно либо пробежать, либо на плотве. Давай пробежим. Тем более тут речка все равно. Там вроде какие-то сокровища у нас располагаются. Значит, кто-то их там охраняет. Вопрос только кто? И сколько вас? Глянец. То есть трупоеды. А трупоеды, в принципе, это у нас фигня. Ну, понеслась. Где ты, трупоед? Ой, это... Да, спасибо. Спасибо, Геральт. Вот это отлично. Еще разочек придется. Эй! А ну не драться! Вот и все. Так, с вас их тут все пособираю. Еще зря дрался, что ли? Ну, вот и все. Так, сокровища. Первым делом сюда. Сокровища я уже вижу. Закрыто? Как же так, Геральта? Нас не пускают. Дневник Августина Бочары. Ага, и ключ. Давай почитаем. Это какие-то у нас сокровища. Ага. Нет, задание мы-то брать не будем. А, не подходит ключик, да? Жаль. Жаль. Но, по крайней мере, мы выполнили задание. Уже хорошо. Так, берем плотву, а дальше уже на плотве. На! Да куда ж ты, ну? Да куда тебя несет-то? Ну, плотва, ты чего? Я ж тебе указал. На мост. Она так боится мосты? Плотва не так быстро. Скотина. Какая еще скотина? Не до тебя еще скотина, не до сокровищ. Так, подожди, я вообще хоть правильно-то скачу? Мне туда? Ни сюда, нифига мне надо было. Ну да ладно. Давай тогда, наверное. Ну, все равно туда. Лучше ставить метку, потому что иначе я буду блудить. И могу не туда ускакать. О, медведь, здорово. Я тебя трогать не буду, и ты меня не трожь. Пчеловод. Человек в беде? Ага, работорговцы, что ли? Точно, бандюганы. А раз бандюганы, у меня против вас свое есть зелье. Яд повешенного. И давай, наверное, Игни поджигаем. Хотя, честно, арт мне больше нравится, потому что... Иди, гнядь!
помощь! Дяденька, тебя жизнь не научит! Эй! Иди сюда. Да чё ж ты его не добил-то, ну, Геральт, пока он валялся-то. Вот и всё. Невидимый меч убрал. Я обязан тебе жизнью, незнакомец. Как тебя звать? Геральт. Геральт из Ривии. Большое спасибо, сударь Геральт. Эти мерзавцы хотели уничтожить наши травки. Я думал, возьму молот и мразь эту разгоню. Но стыд и срам. Их было слишком много. Не справился я. Да расслабься ты. Ну да хватит плакать над разлитым вином. Идем со мной в Верментино. Там я подлатаю твой доспех или выкую тебе все, что попросишь. Я позже зайду, Хай. Иди. Я к вам загляну, когда буду в тех краях. Потому что мне некогда. Мне надо еще два задания выполнить у вас. Травки, говоришь? Я думал, ты у нас будешь каким-нибудь этим. Продавать травки, а ты, получается, не продаешь. Ты у нас кузнец. Открывается дверь-то, ну? Закрыто, смотри. Позакрывали. Позакрывали. Раньше как-то можно было, по-моему, чуть ли не во все дома попасть. А сейчас как-то с этим проблема стала. Ну? Так, всякие травки — это хорошо. Давай теперь следующее ставить. Во-первых, меточку, во-вторых, лошадь. Плотва. Кстати, что тебе дает данный трофей? Ну-ка скажи мне, пожалуйста, плотва. Трофей, ого, модификатор шанс отрубить конечность, дополнительный опыт за смертельный удар по чудовищу, дополнительный опыт за смертельный удар по человеку, дополнительное зло... О, вот это хороший трофей-то, я тогда тебя оставлю. Шевелись, плотва. А куда и шевелиться, Геральт? Да в чем дело-то, ну? Сокровище под охраной, опять сокровище. Нет, 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 нет. Я выполняю задание для виноделов. На мелкие детали сейчас отвлекаться не будем. О! Сколопендроморфы оставлены на поселение. О! Досталось. Досталось, я согласен. Так, ты у нас, по-моему, интокситоиды, получается. Если я прав, где наши интокситоиды? Да, арахноморфы. А, нет, подожди. Сколопендроморфы, главоглазы. Нет, ты у нас кто тогда получается? Проклятые. Проклятые, точно. Точно, ты у нас проклятые. Надо будет запоминать. А где против проклятых? Очень много вас тут, слышь? Хорош. Ну, да что ты делаешь, Геральт? Ну, да ударь ты ее, ну. Зажали, сволочь, зажали. Наконец-то. Сложно-то с ними, ты смотри, как они плюются, твари. Еще всякие эти свои растения-бомбы ставят, блин.
Ладненько, поселение освободили, уже молодцы. Это было четвертое, осталось последнее. Потом будет следующая винодельня. Так, теперь бы с вас бы пособирать бы все. Они прям здесь готовят. Спасибо, ведьмак. Так, я у вас тут вино пособираю, вы не против же, да? Я понимаю, что бухать, праздновать, это все классно. Эй, котик! Мяу! Чё? Чё с тобой, женщина? Геральт, давай, 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 быстренько, быстренько, сейчас пробежимся, быстренько выполним все и молодцы мы будем. Где последняя эта тварь-то? Ну? Дайте пить! Платят, так делаю. Все просто. Ну все, осталось последний. Давай, плотва. Прямиком через поля. Ой, не туда. Бывает. Ладно, не будем здесь. Да ладно, опять вы. Да вы что такие приставучие-то, ну? Так, против... проклятых. Может, что-нибудь еще какой-нибудь знак? А то я могу упустить. Да, в принципе, Игни хорошо, и арт. Ну, давайте я лучше Игни поставлю. Мне Игни больше нравится знак. Не знаю почему. Ну, просто нравится, и все. И все. Да куда ж ты? Меч-то достань, ну, дебил. Сейчас, конечно, молодец. Все. Быстро. Чё ты меч-то не достал, Геральт? Ну ты даешь. Ты прям иногда меня этот удивляешь прям аж. Я не знаю, что с тобой делать. Как так? Да возьми ты, ну. Ага, письмо. Письмо и ключ в таком месте? Должно быть что-то очень интересное. Да-да-да-да-да. Угу. Не забудь ключ. Кто-то хорошо. Намеренно мешает работе в Верментино. Но кто, из письма не ясно. Может, со временем я узнаю больше. Так. Не заниматься бедами Коронаты и помочь Матильде купить... Бельгард или продолжить расследование и разузнать о проблемах Лиама. То есть это что, разные всякие задания, что ли, получается? Я почему-то вот так и думал, что если я выполню все задания для одной винодельни, для второй выполнять не потребуется. Хотя, если честно, то я хотел бы выполнить и все остальные. Я бы, честно, попробовал бы решить проблему для другой винодельни. Так, у вас-то вот здесь, вот здесь, вот здесь это хорошо, а быстрое перемещение только возле моста. Ладненько. Возле моста так возле моста. Тут-то, в принципе, все. Ага, не все. Вот что тут еще есть. Похоже на то, что его убили архиспоры. Обалдеть. Провели все расследование, да? Хм.
Еще одни тут всякие валяются. Трупы. Так, ну расследование пока проводить не будем. Сначала узнаем и выполним задание для другой винодельни. Просто я думал, тут где-нибудь будет быстрое перемещение, но получается здесь его нигде нет. Не, в принципе-то есть. Хотя, если честно, то проще будет тогда... Давай, наверное, сюда. Да. Можно либо вплавь. Блин, столько всего. Всяких ходов. Ну давай вплавь. Там, в принципе, плыть-то недолго. Так-с. Где моя плотва? Пока она доскочит, мы давайте поставим сразу меточку себе. Первая будешь ты. Вперед, плотва! Но... Скакать придется очень долго. И много. Там получаются какие-то леса. Возможно, дикие животные. Возможно, опять это будут эти же архиспоры. Ну, я же сказал, опять архиспоры, опять. Так. Ну куда ж ты? Вот и все. Еще одно поселение, отличненько. Поселение в лесу. Такс, где останки? Спасибочки. Ну, хорошо. Так, ну, что ладно, тут у вас можно взять? Ты нам помог. Спасибо тебе большое. Доволен? Да еще как? Не жалуюсь вроде. Вау! Не ори, пугаешь. Все? Нет, что-то еще есть. Так, главное, только не свались. Муж не бьет. Печень у нее гниет. Так, это грибы-то нам не надо. Так, следующая меточка у нас куда? Давай. По-быстрому. Ага, ну мы тут уже знаем опять эти же самые архиспоры. Где моя плотва? Ой, да тут с вас что-то можно взять. Да уйди-ка, ну. Куда прешь? Что-то у меня в ходулях ломит. Все, все. Этот ведьмак Сидор, говорят, страшный пияк. Даже королей нескольких. Ну там опять эти архиспоры. Что-то их очень много. Видать, архиспоры очень сильно любят вино. Вон она. Ой, даже две. Две архиспоры. Ну что, паскуда? Эй! Сразу не плеваться?
Да хорош ты, Геральт, ну. Эй-эй-эй-эй. Плохо. Вот расплевались-то, а. Геральт, ты что-то как-то это, блин, поторопился. Давай, лечись-то уже быстрее, ну. Куда? Не плеваться, не плеваться. Яйца есть. Так вот, ну что ты творишь-то, ну? Что, драться расхотелось? Да эти как раз драться не зарасхотелось. Уничтожь гнездо. Отлично. Гнездо уничтожь. Давай искать, собирать. Все, что полезное здесь есть. Доспехи. Арены. Это все надо. Так, с гнезда. Вот. То, что надо. Мужик какой-то бежит. Управляющий. Благодарю за спасение. Славный ведьмак. Да, не за что. Еще давай, приятные слова мне говори. Я же вас спас, как ни крути. Давай сюда теперь. Плотва. А мне не больно, да? Курица довольна. Черные лошади. Да ладно, опять архиспоры. Да это какое-то издевательство. Сколько вас там может быть, ну? О, хорош. Так, минус одна уже есть. Чтоб тебя, тварь. Где ты, ну? Да, вылез ты, ну. Все. Хорошо. Так, надо будет помедитировать немножко, а то у нас закончились все ласточки. Это плохо. Ну, уйди ты, ну. Мертв. Да, это видно, что не живой. Рана была не смертельная, но он истек кровью. Так, почитаем. Письмо не могло тут оказаться случайно. Любопытно, судя по этой записке и остальным уликам, за проблемами виноделен стоит кто-то третий. Надо найти место, о котором шла речь в письме. Готов поспорить, за дверью, которую открывает этот ключ, найдется что-то очень интересное. Ну хорошо, сейчас посмотрим. Так, с вас-то ничего. Взять-то больше нечего. Нет, что-то еще есть в шатре. Да тут, в принципе-то, много. Вино всякое. Меч. Вот тут что? Ну-ка. Малый рунный камень. Ага. Что-то еще у нас вот здесь в сундучке. Неплохо. Эльфийский инструмент. Это хорошо. Так, ну давай, наверное, мы с тобой, Геральт, помедитируем.
немножечко, правильно? О. Отлично. Так, и что получается-то у нас? Мы что, выполнили задание, что ли? Здесь вообще про другое какое-то место говорится. Ну-ка, где мой журнал заданий? Угу. Уведомить Матильду, что проблемы Верментина решены. А, мы еще вот это не выполнили до конца, Геральт. Надо этот до конца повыполнять. А потом уже будем смотреть, что там. Мост. Ну, давай на мост. А где плотва? Ну, повернись ты, ну. Там тоже будут архиспоры. Это на мосту, это уже не смешно, что везде одни архиспоры, блин, это как-то уже перебор. Ага. Так, как же у нас вы, кто у нас? Так, так, так. Да, это тролли. Это тролли. Масло против огров. Масло против огров. Так, ну здесь, по-моему, только знак Квен хорошо работает. Дикий скальной тролль. Ух ты! А у вас пинканты непробиваемо получается, да? Ой-ой-ой, это плохо-то как. Эй, камнями не кидаться, ну. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, Геральт, что-то как-то нас с тобой этот. Нехорошо. Нехорошо, я согласен с тобой. Тихо. Блин. Здоровяк. По-моему, для какого-то масла мне требуется как раз желудок тролля. Один готов. Не-не-не, два удара получится, да, с тобой только? Хорошо. Ага. Вот и все. Вот и молодцы. Есть желудок пещерного тролля и шкура тролля есть. Хорошо, уже отлично. Можно будет заняться потом алхимией немножко. Так, деньги не пахнут, это сокровище. Это ладно, это нам не сейчас. Так, осталось последнее. И тут, наверное, опять будут архиспоры. Хотя не факт, не факт. Пошла. Давай, плотва, вперед. Будем разбираться с этими виноделами. Значит, что-то у них там интересно творится. Какая-то третья личность. Да ладно. Непонятно, кто это был, но мне сейчас не до тебя. Ой, как мне не до тебя сейчас. Ну и кто здесь у нас? О, а здесь, по-моему, люди. Если есть клетка, значит, это люди. Так что давай яд повешенного и вперед. Нифига, вот это ты приземлился. Простите, помогите! Да куда ж ты, ну, Геральт? Спасибо!
Спасите! Помогите! На помощь! Это вряд ли, дружище. Вот за тобой пришла, я согласен. Спасите! Помогите! На помощь! Все, успокойся. Дамочка, все в порядке. Проблема решена. Спасибо, отважный рыцарь. Я собирала травы для настоек. Увлеклась, забрела к северу и тут. Успокойся, все кончилось. Эти мерзавцы меня похитили. Наверное, выкуп хотели за меня взять. Но у мистера Лема столько неприятностей, он бы не сумел за меня заплатить. Но благодаря тебе все прошло. Если тебе вдруг нужны травы, в Коронате у меня запасов более чем достаточно. Сходишь со мной? Не, давай-ка я к тебе попозже присоединюсь. Мне здесь нужно еще кое-что сделать, но когда буду в твоих краях, я загляну. Буду ждать. Значит, ты у нас травница. Ладно. Ладно, а мне нужны ваши останки. Безмир — это какой-то гриб у нас. Так, вот тут интересненькое что-то есть. Письмецо. Угу. Ясно, какое-то третье лицо заинтересовано в том, что у них был бы разлад. Но он при этом не проявляет интерес купить, да, земли. Странно. Так, вроде бы все. Вопрос, как сюда выйти с этой пещеры-то, ну. Ага. Это я так удачно упал, что не разбился. А мог спокойно разбиться, ну. Да ладно, еще ниже. О, Геральт, вот это мы с тобой попали. Хотя нет. Так, ты давай не балуйся. Да, молодец. Спасибо, Геральт. Красавчик. Так, это все не надо. Да залезь ты, ну. Не балуйся. Вот это другое дело. Блин, какая опасная пещерка-то, а? Тяжело с нее выбраться. Вот, отлично. Хорошо. Так. Найти место, о котором говорится в письме. Это все у нас вниз. Грязная война. Так, а здесь у нас... Ага. Проблемы решены. Проблемы решены. Так, ну понятно, что пойдем по этому заданию. Но я хотел бы сначала тогда сюда. Там должна быть у нас травница. Я попробую сделать еще одно масло. Так, это работник, это ладно. Вот, собрать что-то можно, это хорошо. Продукты всякие, которые потом можно будет продать. Ремонтный набор. Тоже вещь хорошая. А где травница? Хм. Что, травницы нет, что ли? Чутка ошибся? Ну, хотя бы вещи улучшим, уже хорошо. Ладненько. Давай смотреть, куда нам перемещаться. У нас здесь по-любому должно быть быстрое перемещение. Да, правильно, должно быть. И куда нам отправляться? Отправляться нам вот сюда. А есть ли тут быстрое перемещение где-нибудь? Да, руины Тесхамунта. Так, где моя плотва? Но. Давай, Геральт, вперед. Не до нее сейчас абсолютно. Мы так можем застрять здесь надолго.
А вот это уже интересно. Никто нас не встречает. Ага. Там, значит, у нас какие-то есть двери внизу. Сейчас тут все пособираем. А потом пойдем вниз. Так, что еще есть? Травы, это неинтересно. С этой стороны. Ничего, ладно. Пойдем в дом. А как же ключ? Геральт, ты чё? Ага, нам сюда, оказывается. Так, ну грибы мы не берем. Сколько тут всего? Кто здесь? Да ладно, опять архискоры. Ну не кусаться. Кто-то их здесь разводит, что ли? Чуть не могу понять-то. Грязная игра. Так, мне самое главное здесь пособирать все, что сначала желтеньким. Чё за странный звук? Ростки архиспор. Что за дегенерат может разводить такое? Надо их сжечь, пока они тут все не заполонили. Да, давай. Что-то какой-то странный звук, вообще конкретно странный. Так, Геральт. Вот это надо тоже сжечь. А чё, не все рассады еще что ли? Нет, все, все. Хм. Странно, странно, странно. Из этого следует, что за бедами виноделен стоял граф Криспи. Надо рассказать об этом Матильде и Лиаму. Ну давай. Расскажем. Так, тут мы все. Да, звуки реально какие-то странные. Может, как-нибудь поторопимся, Геральт, ну? Спасибо. Так, плотва, давай сюда. Блин, нифига сколько скакать-то, 2 километра. Может, где-нибудь есть быстрое перемещение? Можно, в принципе, вернуться. Вот это у меня проблема. Застряла. Но! Вот и все. Так, давай, плотва, не тормози. Опять только через эту баншу придется скакать. Ну да ладно. Убивать пока я ее не хочу. Извини, подружка. Не до тебя сейчас. Прости. Я к тебе потом зайду вечерком. Такс, куда тут переместиться-то, ну? Надеюсь, рядышком будет. Ага, точно. Мастер-ведьма, есть ли какие-то вести?
Это винодельня, Бельгард. Чем она так ценна? Сразу видно, что вы не отсюда. Бельгард принадлежал графу Креспи, тому, который пал жертвой бестии. А Креспи, как человек состоятельный и со связями, превратил ее в цветущий рай, привез редкие сорта винограда, нанял лучших работников. Коротко говоря, чтобы не утомлять вас излишними деталями, объедини Бельгард еще с одной винодельней, и получишь готовый рецепт успеха на рынке. Угу. Ну давай, я все расскажу правду. Я нашел доказательства того, что все неприятности Короната и Верментина были кем-то подстроены. За всем этим стоит некий граф Креспи. Что? Креспи? Владелец Бельгарда? Это невозможно! Вот тут все написано. Действительно, у него был мотив. Он понимал, что если Короната и Верментина объединят силы, то у него не будет никаких шансов. Поэтому он решил их рассорить. И ему это удалось. Но его планы сработали не до конца. Им помешала бестия. Быть не может. Ты хочешь сказать, это не Лиам? Я все время был уверен, что это дело рук Матильды. В свете вновь открывшихся доказательств, было бы справедливо, чтобы Бельгард перешел под управление обеих пострадавших сторон. Погодите минутку. Вы предлагаете, чтобы мы сотрудничали? Да, это лучший выход. И он же самый выгодный для всех виноделин. Не верю, что я сама это говорю. Но я с ним совершенно согласна. Кажется, пора закопать топор войны. В общем, три винодельни не одна. Может и правда что-нибудь выгодаем на этом. Пусть будет так. Это еще не все. Я решил проблемы в ваших винодельнях. Они снова смогут работать нормально. Прекрасная новость. Хорошо, что вы наняли профессионала. Тем более, что помощь его может еще пригодиться. Но не будем торопиться. Приглашаю вас со мной. Пора смотреть Бельгард. Ну, Ведьмак, давай. Ведьмак, пойдем с нами, прошу тебя. Мне кажется, у нас еще будут для тебя задания. Ну, пошли. Почему бы нет-то? Ладно, идем. Я не случайно хотел отдать Бельгард в руки человека распорядительного. После смерти владельца винодельня пришла в изрядное запустение. Говорят, несколько работников погибло. Чудовища рыщут по округе. Прежде чем здесь обосноваться, придется справиться с этими неблагоприятствиями. Таково желание министра. И снова работа для меня. Если ты согласишься, мы с радостью примем твою помощь. Хм. А может с вами поторговаться, вы все-таки богатенькие. Я могу помочь, но за даром не работаю. Так. Да попробуем пополам. 1000 сколько? 100, наверное, да? Нет, это слишком много. Да ты такая наглая вообще. 950 устроит? Хорошо, договорились. В принципе, я уже согласен. Ох, прямо камень с души свалился. Без награды ты точно не останешься, обещаю. Я возьмусь за это. 950 с каждого. Одно из пяти. Уже выполнили. 5-5. Ладно. Проблемы виноделов продолжим уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.